Моше посылает и дает, да, дает им задание, что делать. Видели, что, что Масав нелегкий, люди настроены, как они настроены, все более настроены, что не идти в Израиль. По большому счету, не идти в Израиль. Почему? Нахон, что? Правильно, что? Что Израиль хорошее, обещали так и так. Но в пустыне нам тоже хорошо. Под контролем Всевышнего. Вода есть бесплатно. Не нужно даже лить колодец. Только бери, черпай сколько хочешь. Мирьям матушка заботится, чтобы была вода. Враги нападают. Аарон заботится, облако там. Они стирают все. Нету опасности, нету никакой. Живет себе кушать бесплатно все. Учи Тору сколько хочешь. Что еще нужно? Что нужно? Все есть? Все есть? Как ребенок маленький, который родители все не дают. Да? Родителям всегда дают, есть те, что не дают сладкое детям. Я знаю таких родителей. Те, что дают, не хотят, чтобы дети плакали. Те, что привыкают, что плачут, плачут, потом перестают. А главное, что было, потому что были на глава колен все цадики, можно учить Тору. Приходишь в Израиль, что будет? Нужно работать, нужно работать. Нужно. Что будет с Торой? Тора, Тора, самое главное это Тора, что будет с Торой? И здесь была ошибка большая. Почему? Тора, Тора, но нужно Дерех Эрец тоже. Нужно работать тоже, нужно заботиться. Эрец и Седя тоже, чтобы это не было. Для Торы есть тоже, только Тору есть, нужно таких. Смотри, Малахим, но ты находишься, ты душа от плоти должен и работать, и должен, как Моше, что хочет? Моше, кушать Эрец, плод Эрец и Седя, только кушать, работать тоже там. Идем. Срываем черешни, так мы работаем, только кушаем, помогаем колхознику тоже срывать. Новейшие, мы ходили раньше, тоже помогали лимоны срывать было. Там, где мы были в последний раз, в той деревне, месяца 3-4 тому назад, мы вот Ерехо, помните, там ехали, куда ехать, но заехали, ехали где-то, где мы ехали, куда мы ехали? На море ехали, на море, Черное море, потом заехали Мевот Ерехо, и там мы помогали, там мы собрали несколько лет, я думаю, в общей сложности, может, 20 тонн лимонов были срывали. Но не раз. Вот ходили по 24 раза в году и несколько лет, так что а каждый раз срываешь по 2-3 тонны. Это не черешни, это апельсины, и там, или лимоны, и там тоже урожай, урожай. И эрце нужно работать, нужно это заботиться, но и это не было всем понятно, особенно эти, что были несим, что были цадыким, что только Тора, 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 Тора. Тора нужна, даже только Тора нужна, но не всему народу. Если мы искали только для них, беседы, но они думали, что чем больше, больше. Одна из причин, есть и другие причины тоже. Но Моше дал, что не разведку, а таяр. Латур это арец, латур это слово таяр. Смотреть на достопримечательности земли, что там хорошего, какой хороший там мезоковир, погода. Есть 10 дней горячих в году, 15, может быть, в основе, то нормально, даже жарко, нельзя жарко, холодно тоже. Может, 10 дней еще, дождь, тоже лед, бетель медай, может быть, или холодно, но в основном это не так. Нету таких больших перепадов, одно. Второе, что земля дает урожай, я еще много раз видел, что здесь, когда мы ездили, тоже ездили, когда еще был Гуш-Катив, это было все песок на берегу моря, и там были урожаи, что как вчера смотрит Моше им говорит, что смотрите, если там земля жирная, нежирная, даже нежирная, песок дает урожай намного больше, чем жирная земля в любом месте в мире, 2-3-5, может даже больше раз дает здесь песок урожай. А видишь, что здесь что-то, что нет в других местах, потом есть великаны, это великаны то лучше, тоже будешь, если боишься великана, ты сам будешь великан потом. Потому что земля, вот земли то все происходит. Хорошая идея.
Значит, и так то все, фрукты, значит, фрукты, сколько несло эту лозвину граду, сколько людей? Двое. Восемь. А он был на шестую, они вдвоем несли. Двое, а он говорит четверо. Почему четверо? Что-то мне так запомнилось. А почему 8? Ну, один сказал 2, 1, 4, я умножил 4 на 2. Правильно, пишет. Есть и то, и то мнение, есть и то, и то, и то, есть три мнения. Двое так, ну, минимум нужно двое. Если есть лоза, но если взяли, скажем, на плечи, вот сюда, вот двое. Это было тяжелое, двое отсюда, двое оттуда. По двое, два, было 8, несли одну лозу. Так если берешь только двое, если берешь четверо, восемь, и то правильно, есть такой-такой комментарий, что по раз, смотри, туда идешь, тебе будет, хватит, я пишу только одна награда, тебе хватит на неделю минимум. И кушай только фрукты, кто здоровее, чем мясо, и хочешь, мы кушаем мясо тоже, там идет здесь все пастбище, все большие. Все, значит, присматривайтесь, какие там. Города, если они укрепленные, значит, они слабенькие, легче бы так. Это передаем, еще посмотрите и то, на самом деле, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, это посмотрите, потом он хочет, когда вернуться, чтобы не начали свои глупости и начали рассказывать, может, что должен, сначала Моше их спрашивать, как было, это было, было так, и рассматривать каждую вещь отдельно, это получилось бы, что все бы рвались туда, хотели туда идти, пока все, даже хотели, народ хотел. Но эти представители народа, что сами большие, потом они завалили народ. Цадыки. Ну, когда если все пугаешь, когда человек пугаешь, он боится. И что еще Моше им сказал, смотрите, берите книги, откройте, так не будем учиться. Без книг это не учеба, говорим. Слушайте, смотрите и не хочу сказать некрасивое слово. Золотов. Чтобы они поднялись на юге, увидели на сторону все. Я бы сказал взять книги. Откройте 13 главу. 13 главу откройте. 13 глава. Мы сказали, что насчет земли есть земля, выращивает богатырей, есть наоборот, есть выращивает сильных, есть выращивает слабых, есть умных, есть неумных, красивых, некрасивых. Каждый зависит от земли. Что земля? Земля, она как она есть, но там у нее есть у нее. Как сказать, сгула, есть у него какой-то браха, что она может это делать, что делать, так все же сделал. Так все сделал эту землю. И поэтому, как написано, земля, что глаза Всевышнего, это земля постоянно, от начала года, конца года, под контролем самого Всевышнего, не ангели, не малахим, ничего, сам Всевышний под контролем. Так это должно быть что-то особенное, это называется как пальтерин амелех, как дворец Всевышнего. Дворцы есть контроль Всевышнего намного-много больше, контроль короля, там есть все эти законы, здесь власть намного больше или сильнее. Зависит, какая там густое население, то все зависит от чего? От земли. Поэтому смотрите на землю, посмотрите там, что там происходит, какие там народы, много, мало, это все там происходит. То, что это земля, то здесь будешь плодиться много-много быстрее в этом месте. В пасук 20-й. Арц шмена и мараза, если грунт там жирный или нежирный, веешба эц хим айн. Есть там дерево или нету дерева? Так, кстати, кто-то видел государство, нету деревьев? Есть ли государство? Пустыня есть, да. Арабские там не растут. Что? Пустыни арабские там не растут деревья. Какие по Саудовской Аравии? Не растут, да, но там, наверное, сидят, не сидят? Садят, конечно.
Ну, скажем, там учение. Представь, возьмем Садовское. Нет, я не знаю, но можешь поезд замодрить, нет. Поэтому, по сути, если нету, то тоже очень важная вещь. Почему все говорит, что это важная вещь? Может быть, знаешь, что там есть деревья, там есть чистый воздух. Потому что деревья, мы дышаем кислород, выдыхаем углекислый газ, да? А дерево наоборот, берет кислород, он нам дает таки много кислорода, там где больше деревьев, где больше деревьев, там больше здоровая местность. Всегда так. Это одно. Говорит нам Раши очень интересную вещь. Что нас учит Раши? Ешбаэц. Есть, если там цадиким. Если есть цадик, что может просто цадик с собой защищает. Не за деревья. Деревья, это ясно, что есть деревья. То есть важно, сколько деревьев, много, мало, это очень важно. Но здесь что больше, что важно, если есть садики, нет. Причем садики, если есть садики, проблема будет тяжело брать, если все пойдем брать. Если нет садики, голыми руками. Если там сар силам алейхем. Когда они возвращаются, то сар говорит, нету. Не было. Есть, скажем, один интересный сипур, но я не помню, как он закончился, но был сипур такой. Добрый. Идет один, шел один большой садик тоже, садик шел куда-то, какой-то, пускай, шел, куда шел, Бердичев. Все знают, да? И там, ну, не были, что там было ясно, кто там садик в то время. И в какое-то место и ищет, хочет найти где-то, как называется, где можно переспать, кушать. Как отель. Отель такой, отель, еврейский отель там, где есть кошерная пища, где хозяин отеля, что он тоже человек кошерный, что там можно спокойно отдохнуть, спокойно учиться, если есть время учиться. И так. И спрашивал, кто приходит, говорит, иди туда, там он цадик, и там все глад кушает. Кошерный хадрин, и не мехадрин. Все глад кушает. Говорит, но не пройди так, обязательно к нему зайди, потому что таких нету больше, как он. Он пришел туда, посидел, действительно, говорит, то, что сказать, даже нам больше здесь, чем то, что рассказал, сколько он сидит, сколько это все, ты нехорошо. Пошел, потом пошел спать, ночью просыпается, видит там что-то, потом темно, но потом видит свет, видит что-то хозяин, что делает, точит нож. Точно, так как-то камень, потом проверяет на ног, чтобы все удивилось, потом снова подал, просто это делать. Зачем ты это делаешь? Хочу тебя зарезать. Хочу тебя зарезать, okay. Здесь. Неправильно спишь. Что такое сделал? Запишу. Не спрашивай, лишь не хочу тебя зарезать. Я знаю, что ты, хочу тебя зарезать. Значит, так, пробуй. Я потом говорю, слушай, я шел сюда, меня кто-то послал, значит, когда видят, что меня нету, начнут искать, полиция начнут искать, все. То даже если от этого ты ничего хорошего не получишь. И бьешь меня, и что сам позатишь. Но тот, слушай, продолжает. Это тоже еврей второй, да? Оба евреи были, да. Ну, говорим про евреев. Говорит, но... Кто говорит, то продолжает очень важно. Говорит, я знаю, что ты больше цадик, но что дай себе что-то делать. Я тебе скажу правду. Таких цадыков у меня здесь еще не было. Я уже здесь много-много лет. Почти 40 лет я здесь живу, это таких цадыков у меня не было больше. Что нужно, так цадик, чтобы собой защищал, значит, у нас в этом на кладбище нету цадыки. Немножко цадик, чтобы я сейчас забочусь о людях других. Мезакейт арабим, как говорится. Все знаете, что мезакейт арабим? Кто эти в синагоге, как называется, габаим, они работают для других.
Уборку там делают, вызывают, покупают. Это нужно все. Заплатить на это языку это схует. Делать заслуги для других. Так что у людей было здесь защита, что здесь цадик на кладбище. Вы же самый большой цадик. Чем это кончилось, я не помню, не знаю, может, не дослушал, но не прочитал, не дослушал, но погнать цадик, это цадик кончился некогда при смерти, при жизни. Сколько есть еще возьма на киврей цадиким там и там и там и там, но когда цадик здесь, не нужно даже, может даже не нужно даже молиться. Потому что цадик все защищает. Молиться, потому что молиться, чтобы не забыть, что нужно знать, что это делать, когда написано Тецелеха циумим, когда идешь в Галут, не потому что там нужно все так делать, чтобы стали все время, что знать, как это делать. Но в принципе не нужно было даже молиться, не нужно даже было учить Тору, Бехут Сарет, это не то, что когда учишь Берец Исраэль. Для чего? Чтобы знали, что не забыли. А то тоже цадиким. Видите, так, Моше, почему? Моше, если бы так было, как это думал, что цадик за собой защитит, так идешь в Берец Исраэль, там тебя и Адам, и Хава, и Авраам, и Ицхак, и Яков, еще. До сих пор умер, есть, просят, чтобы он через него свет что-то сделал, но цадик больше при жизни. Здесь, что у нас есть там цадыкин, говорит, кто там был? Говорит, был Иов, но он умер. Нету там цадыкин, нету цадыкин, тогда били голыми руками, как говорится. Поэтому Моше посылает, что знать, но говорит, как там крепость, это тоже нужно. Но что самое главное в конце, если есть цадик, нету цадыкин. Кен. В прошлый раз мы говорили, что Моше знает, что будет, поэтому он дает имя Йошуа, меняет. Кен. Получается, смотрите, что сейчас говорит Моше. Он понимает, что там могут быть препятствия. И дает имя, которое называется, что Бог тебя сохранил. Кен. Значит, мы читаем по Раши, что эти великие люди, которые пошли от колена, они все были великие. Но они согрешили, были великие, но они были великие. Значит, мы понимаем, что все-таки... Написано Анашим, я вам вчера сказал, Анашим это только большие. Значит, мы понимаем, что Моше все-таки дал имя не потому, что он знал, что те 10 выберут плохое, а в общем... Мог чувствовать, что ты, он видел настроение этой массы, идет в блуд, поэтому, чтобы... Может быть, плохие вещи. Он не знал, что он не слышал наш голос. Знаешь, что думает, как он понимал. Я тут же сейчас, если они сейчас в каком состоянии находятся, что не согласились даже идти. Знали, что эта масса что требует. Масса требовала. Может, даже не под... Так, значит, они сейчас настроены так. Поэтому брать цадики, может, даже они передумают. Цадик все-таки, как написано, шева и пол цадик векам. Падает и поднимается. Можешь решить, что если ты видишь, что Робигон сейчас что-то ворует, хасве холила. Можем не думать, что плохо, потому что если даже он может это не делать, просто ты не понимаешь, что он делает. Но если даже сурал, то ясно, что делает чуву. А мы просто видели, что его видел с топором, идет ломать вроде бы замк, там не замка, банк. А если банк там сломали через 10 минут, то так, он не думает о нем. Банк просто был террористом. Банки могут быть там то внутри, могут быть кто-то пришел потом, но вообще пришли сделать что-то так, и так сделали потом. И видел возле банка 5 минут, 10 минут, это значит бред. Но ты не можешь, цадик, ты не можешь там думать плохо. Нельзя подозревать, потому что только если знаешь 100%, что так, да, но если не знаешь, ни в коем случае не подозревать. Потому что цадик мог стать даже, если он сделал чубу, сначала он был первый. Вот он тебе дай привычку, как старшему. Должен быть близко к Машеху, это был первый царь Шауль. Мы читаем комментарии, что там очень он был близко, очень был он духовно. И он сделал самую страшную ошибку, которую можно сказать в еврейском народе. Мы же не можем сказать, давай не подозревать его, потому что он сделал чего? Да он чуть не угробил все государство. И тем не менее... А вот тогда можно... Да, как если все один, еще мы закончили. Понимаете, то есть должна быть где-то тонкая грань и знание, мудрость, где остановить того же цадика, который, может быть, сейчас упадет конкретно? Если знаешь, видел, но если не знаешь, нет, не подозревать. Ну что, если начнем подозревать... Уничтожим тысячи невиновных. Это было, мы постимся
иногда нужно подозревать, когда что-то пересечь, тебе говорят, к примеру, пришли, тебе говорят, сразу нет с одного места, с разных мест, потому что одно место могут здесь уговориться, есть же свидетели, бывает? Есть. Разговорились потом, когда же был такой тонкий подход, когда приходит, когда против Давида делается путч. Так что говорит Натан, Батшева, все сказали то, потом приходит другой, что было не только одна основа, а еще потом, что было, что Давид начал действовать быстрее. Что с ним может быть. Можно, но это делает пророк. Кен. А если, к примеру, тоже тебе приходит, говорит, что он так или так, но приходит не кто-то с одного, приехал при сам Ахлакару, сид, говорят, то-то-то, это один что-то передает. Я уже видел, согласен, что кто-то ходит на одной волне, потом это передается. Но если приходит, то не оттуда, кто-то оттуда, тебе предупреждать, нужно даже если не это, но иметь, может подозревать, нужно что-то сейчас настроиться немножко иначе. Ну, примерно, ты запомнишь, что ты хотел спросить, да. Но запомни. Гимел Бетишрей, мы постимся. Гидалия бен Ахикам, что он его убили, он был наставник где через Исраэль, и постимся. То Иосиф этому, ему говорили, что хотят убить. Не, я не принимаю решенный раз. То другой сказал, не понимаешь, но есть вещи, что такие, как говоришь, пикуах, лепрем или такое, то нужно принять во внимание. Может не брать 100%, проверить, послать разведчиков, взять полицию, поднять на ноги, но не, я не принимаю, ничего не принимаю. Но все тоже на наше разрешение. Кен? Авраам, я слышал такое, что нельзя избегать от ответственности, но человек, который падает, он недостаточно просит отца Небесного. У нас нет Отца Небесного. А в Шамай. У нас есть Всевышний. Всевышний. Отец Небесный у христиан, у нас нет. Окей. Всевышний. Так я просто мне нету передачи. Слиха, это просто. Нельзя избегать ответственности, но если человек падает, то недостаточно просит от Всевышнего, чтобы он не упал. То есть, чтобы он не совершил грех. То есть, если достаточно ты просишь, чтобы Всевышнего, чтобы ты не упал никогда, то ты не упадешь никогда. Я не уверен, что не упадешь. Да, это так не работает. Я не уверен, потому что это человек. Если вы можете спросить, видим, что люди падают. Если потом есть здесь много вещей, что то может быть, что если человек, что он постоянно держится в руках, то тут может спросить, да, но если что делать нарушение. Всевышний, помоги мне, чтобы я больше этого не делал. Потом сторону делать, помоги мне, чтобы этого не делал. Но ну, сам тоже работать. Если... Ну да, мне нельзя избегать ответственности. Вот что они... Тогда прибегай как с курением. Значит, как раз можно молиться, бросить курить, но если ты не заставишь себя поработать. Бедюкаха. Я слышал, что люди молились и бросали. Есть много рассказов, есть много хасидских рассказов, что они, есть много рассказов, что было чудо-чудо. Он сказал правильно, если человек не захочет и не будет стараться, не будет мучаться, что бросить, это просто не приходит, но это мучение бросить, потому что человек к этому привык. Но он не бросит, он должен на свою работу сильно только молиться, все тебе поможет. Но если ты сам не будешь делать, твоей мощи не хватит. Да, это... Потеях эти ядеха, умазбе лохай рацон. Мы читаем каждый раз Ашрей. Потеях эти ядеха. Кто потеях эти ядеха? Раскрываешь твои руки. Ты сюда. Нет, он тебе открывает твои руки. Ты делаешь. Если ты не вспашешь пол, не засеешь, там у тебя не будет расти пшеница. А но потом мазбе, дает Всевышний. Потому что если кто-то молился, чтобы у меня была пшеница, но ничего не делал, то и дело не молился, то будет, то даже дело не молится. Есть Рахлега. Так должно быть, как будет скоро Илюль, а Ниле Додили, я к Всевышнему, он ко мне. Не он ко мне, я к нему. Я нахон, я к Всевышнему. Но я сначала иду, он потом мне помогает. Что-то я делаю, он мне помогает. Если не делаю, мне не помогут. Если человек напил, если на судьба, что он должен быть миллионером, если он начнет делать какие-то бизнесы, он не будет. Мог бы спасти, но вот даже если пошел только лотерею, потом там пойдет, но что должен что-то делать. Просто так нету. Окей.
Кен. Вспомнил любимую свою книгу Мишлей, царь Шлома пишет. Любимая, ты просто издевайся над нами. Все книги любимые. Он пишет, что человек должен сеять, даже если он видит облако с дождем, он должен сеять и делать все возможное, правда, левой рукой, потому что не знает, что принесет ему завтра. Я имею в виду, когда говорю, не избегать от ответственности. То, идем дальше. А что, нельзя, чтобы была любимая книга, Абрагам? Нелюбимая, ты останешься, а Берешит нелюбимая, так, а Ешо нелюбимая. Просто Мишлей и Колет — это мудрость другого порядка, это как крути и прорути. Я скажу, на чем будет Мишлей. Если человек, чтобы был мудрый, должен быть богобоязненным, должен быть скромным. Там нету скромности, нету мудрости, нету богобоязненности. Написано, богобоязненность. Если нету, так, а Моше был написано самый скромный, нахон? Так написано. Но... предыдущий день нашего читали в субботу, Веиш Моше, Анау Микола Дама Шелапне Дама. Самый скромный. Так пишет Тора. Насчет Моше, насчет Шлома, что написано? Шлома самый мудрый. Самый мудрый. Даже как на русском? Мудрый Соломон. Мудрый. Яхим Микола Дам, так написано. Яхим, что стал Хахам. Сейчас, если человек, там, где есть анава, где есть скромность, называется анава, там то может быть мудрость. Но есть мудрость, но это надо, одно с другим связано. Почему про Моше написано самый скромный, да, а сам самый умный? Что Моше не был умный, как Шломо? Ну, тоже может быть, но так написано. Я вам даю на размышление, может, в следующий раз. Мне его очень жалко. Кого? Моше. Что, он зашел в страну, кроме зашел в страну? Я тоже так это живу. А есть один мидраж, который дает очень большую радость, что он остался в пустыне. Он пошел в посадить 10 колен, которые он пожил сказать. Позвоните, пишите, кто напишите раб близко, когда он приходит. То есть. Кен. Это же прошлый специальность. Когда отправляли разведчиков, их отправили с заданием только смотреть. Так написано, мы так мы читаем, не? Не только смотреть, только что надо. Они же 4 пастуха. Просто есть маленькая несостыковка. Маленький, это хорошо, маленькое устранение сесть, большая это проблема здесь нет. Их отправили осмотреть, yeah. Они осмотрели, yeah, и еще... Когда вы будете? И еще с собой взяли виноград. Ну, yeah. Там написано ясно, что взять надо. А двое, те, кто были против десятерых, yeah, они не взяли, они готовы не участвовать. Кен, в чем недотасовка, в чем? Полчаса. Ну, вопрос, и какой? Полчаса? Как раз, вот как раз вот не с того, а в том, что все-таки может быть что-то, эти вот 10 человек, они, может быть, что-то там вот как раз, когда взяли плоды, может быть, там тоже что-то еще? 10 было настроено на одной волне, двое было на другой волне. Иешуа ясно, что Моше так, он знает, что Моше хочет. Насчет Иешуа мне ясно, потому что он знал, чем дышит его учитель, его рав. Докончи, потом иду где. Еще, да. Так, если Ешо и Калев были за, логичнее было бы положить, они бы могли бы принести виноград и все остальное, чем эти... Я понял, я на спонтанце. Второе, Ешо, насчет Ешо ясно. Калев, Кен? Ну, я читал такой комментарий насчет того, что для того, чтобы им поверили в ложь, они сначала должны были говорить правду. И так они и сделали. Так люди делают то для того, что им верят, не верят. Так все делают. Так и ты делаешь, так я делаю, все мы делаем. Так, чтобы поверить сначала, начинают что-то то, а потом и там начинаем крутить, вертеть. И так все делают. Это... Не, я так не делаю. Делай что же. Не хочу тебе привести. Я здесь все находящиеся, я все могу сказать, что делать. Я уже, у меня уже в этом немножко есть опыт. То, что я молчу, иногда не говорю, то не то, что я в это иду. Второй, Калев,
Как он здесь вышел с этого колева? Он пошел на могилу праотца. Пошел помолиться на могилу. Помоги, помните, я чувствую, здесь я не выдерживаю. Есть нажим, общество нажимает. Здесь жмут. Туда. Он против этого, знает, что это не должно быть так. А где-то мы встречаем, что тело удержаться. Помните, во время потопа, что там было? Там было ишхит коладам. Начинается сейчас мода какая, как... там есть мода, не хочешь привести пример, но есть, скажем, сначала сидели как homo близненькие сидели как лично как вышли с Миарон, вышли как, с этого как Арон шкафа, шкафов выходят. Их раньше не было видно слышно. Лет 20-30 назад вам в американской армии кто-то был, он его выбрасывает сразу, это был генерал, везде. Все это было что? Не то что-то. Но это было стыд, позор. Да. Ты знаешь, не можешь себя удержать. Ты родился мужчиной. Ну не знаю, что получается, женщина начинается с мужчинами или что-то наоборот. Я не знаю, как это происходит. Баруха Шем, что не знаю. Но... А потом, значит, один, второй, третий. Сейчас мода. Сейчас, если ты уже не думаешь, как они думают, ты уже ненормальный почти получается. Слушайте прессу, что происходит. Да, мы еще не смотрим. Да, прошу. За что будешь, это непонятно. Про... если не быть гомо, так думать как гомо. Это мода сейчас, то все выходят, делают демонстрации, все имя, гордость. Все гордость. А можно их бить вообще? Да. Если есть бейдин, так должен делать, но не мы. Мы не бейдин, если бейдин, так это должны с ними говорить, делать ним субсидиям, но пресса на их стороне, все пресса тотально, на 99% все с ними. Так сейчас, если ты не такой, так что ты получаешься немножко ненормальным. Сначала, потом будет больше. Сейчас есть там, что хочу показать. Была мода, что во время потопа, и сказать, что. Тот делает то, тот ворует, тот накает, тот насилует, тот. И потом что? Все так. Кроме одна семья. Как они выживали? Одна семья выдержала. Но все так было, потому что если бы было больше бы осталось. Да. А так и больше, значит, не было больше. Со всего, всего мира одна семья, что не шла, что думала иначе. И начинаю сказать даже, что там написано в комментарии, сускали, посылали. Не виим портить, эти масса сильно давит, тяжело держаться. Не виим портились. Написано, пришла Малахим, это Малахи это иногда в основном пророки, или большие люди, и что. И винатные люди, да, видные люди. Все портились. Здесь тоже ситуация какая. Масса это 10, это большая здесь из 12 10. Так вообще, я думаю, что они даже Йошу не считают, потому что знают, что он с Моше Рабейну. Так и с ним сейчас на него что-то влиять, это невозможно. Может, Калев, когда чувствуешь, что идет, ой, не выдерживаю, помогите, помолитесь за меня, выдержу. Так, что остались двое, то, что спросил насчет, что не взяли фрукты. То, что эти взяли фрукты, это было не в пользу фруктов, наоборот. Как там народ, как фрукты ненормальные, так народ там ненормальный. Это нормальные фрукты? Где такие фрукты растут? Видите, это все там земля ненормальная потом стала. Их, что они говорили, там суд великанов. Великан, ты можешь, как сказать, будешь ты великаном, потом нет. Где, потом там это. Там земля, что умертвляет. Здесь долгожитель почти больше в мире, в Израиле. Он знает, что умирает. Что там, все еще делать для них хорошо, что? Чтобы они не обращали внимания, там где ходили, там умер кто-то большой умер. В тот раз был, наверное, даже, по-моему, Иов умер. Вся масса была там. Чтобы их не видели, занимались этим похоронами. Так что они берут, а то там умирают, поэтому куда мы идем? Там умирают, там куда мы идем? Наоборот, это радость. Смотри, они умирают, мы как раз идем. Но они каждый комментируют как? Что мы умрем тоже. Комментируют, как им удобно комментировать. Ты начинаешь что-то, фрукты, смотрите, что-то так. Где такие фрукты? Фрукты, что одну это кушать, кушать. И так что-то, когда фрукты не было не плюс, это было для разведчиков, они взяли нарочно, чтобы показать, что это как-то ненормальные вещи. Но ведь по сути написано, возьмите из плодов. Творец говорит Моше, возьмите из плодов.
посмотреть не возьми. Это не творец, это Моше говорит. Да, но откуда он имеет эту информацию? Всевышний сказал, всего лишь пойдите, пошли себе, пошли от себя. Хорошо, почему тогда Моше добавил это? Посчитал нужно. Он, если Всевышний сказал, мы пошли от себя. Может, есть что-то в устной Торе про это, что сказал творец, что сказал Моше? Смотрите, Моше сказал, значит, ему сказал, нет, я творец ему говорю, ему сказал, хочешь не хочешь, но возьмите фрукты. Но фрукты были ячкой, может даже не эту брать виноград, может быть винограды большие, может быть другие более... Можно даже взять для того, чтобы показать эту хорошую сторону, смотрите, как там, как здесь легко будет жить, не нужно работать. Но если показать, как там народ ненормальный, как это ненормально, так там фрукты ненормальные. Это не избранная земля, это земля, что умертвляет людей, это земля, что там это, земля такая, это все брали, что? Когда человек начинает портиться, как, помните, как говорил Папану в этом... По-моему, Папанов, бриллиантовая рука. Видели бриллиантовую руку? Да, конечно. Кто не видит, да? Что не видит? По-моему, говорил, если человек идет, так это надолго. А здесь что было? Если начинаю уже портиться, портится полностью. Значит, если падает, я вам скажу так, смотрите, если падает человек низкий, ему легче. Почему? Ему это не с большой высоты падает. Если падает человек, то худенький, ему легче, потому что масса меньше падает. Так тоже, тоже, что помню, было в фильме, как-то было Арам, на иврите Раша, Рав Мехуар, Раша это злодей, плохой и еще до этого, тот то, там, чтобы какой-то прохобольный, да по что там помню, говорит, если ты упадешь, это так ты уже сильно упадешь. Как было большое, что это может такое. А так тоже, когда падает садик, это падение, то вот здесь он падает, но когда ходит, он падает, падение страшное. Это страшное падение. Поэтому что, то, что не падает, то было падение тоже тяжело, потому что не скажем, если кто-то простой какой-то, не обращаешь внимания, что-то тебе сказал не так, не обращаешь внимания. Но то большой человек, а здесь Маша были все царики. Так скатиться легко, боялся подняться, так как у них не было кто-то, что это на Ишу даже не обращали внимание, сам был там самый молодой, а это так они, а там масса, что давила, хотела держать. То, что Моше пробовал хорошо, не очень получается. Но смотрите, как они, что получается. Как сказал Лайкон Хашана, приходят, ואלו בנגב, ואלו חברון, שם החימאי של התלמי, אני там... או! זאת הייתי בסמוסים. דוסטוינסטו ארץ ישראל. התקראתי 13 גלבה. 22 פסוק. ואלו בנגב, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ויעלו, שו תקוי, ויעלו, יפודניאליס, נכון, סביתי, בנגב, עדיין ששו נקצנו, ויבוא עד חברון, מה זה יבוא? פרישלי. פרישלי? יבוא, אתה פרישלי? פרישול. אסטוריה יש לי פרישלי נדפיסה. פוקזי בני. Не помню. Как будет от моей истории. Вот надо смотри. Синодальный перевод или вот, это как-то значит? Значит, не умеют переводить. Но может быть что-то ошибся, может они ошиблись, посмотрим. Может, что вы не увидели? И дошли написано у меня в Торе. Как? И дошли. Сейчас. И дошли они до долины Эшколь. Но, я вчера смотрел, просто я сразу винограды. Помню. Они с нее на 6-м делу. На каком высоке? 22-й. Нет, 22-й. 22-й. Воевову. И пошли на юг страны. Не, 22-й. И войлю бы на Эгев, поднялись на Эгев и пришел к Хеврон. И пошли на юг. И пошли на юг. И пошли на юг. И дошли до значит, перевод не умеет переводить. Да. Написано Яво. Что такое Яво? Пришел. Пришел. И пошел, и пришел. Яво, это одиночное число, это не множественное. Яво и Баву, это множественное число. Правильно. Его помощник, не знаете ли, я не знаю, кто переводил, или Равьона знает, но его помощник не знает. Но может быть, что... Может, если разные версии?
У нас здесь, смотрите, текст, на иврите написано как «ва я во». Что там переводит, переводит, мы у нас живем по иврите. А тут и вообще нет, ничего, просто дошли до Хеврона и все. Так пишет, так, нам вашу решать мя воевод Хеврон, что Калев сам пришел. Калев не шли, Калев от него отошел, пошел Хеврон, помолился, вернулся к нему обратно и пошли дальше. Калев только пошел Хеврон. И клюне по на могиле Авраама Ицхака Якова, чтобы не был в сговоре с этими людьми. Седер. И пришел Хеврон, но там дальше, пишам Ахимай, Ахиман, Шишай Талмай Велиден. Там, там эти великаны, что там жили в Хевроне, потом на Хеврон, дальше как назывался? Столица. Назвал Кирят Арба. Кирят Арба, писано и Хеврон. Кирят Арба и Хеврон. Почему у нас Кирят? Есть Хеврон, Хеврон, Кирят. Почему называется Хеврон? Хет, хет, то не хав. Хет. Хавер? Хавер, яфе. Хавер, какой хавер там Авраам Авину? Хавер, что похоронен. Вехеврон слово хибур. Верхний с нижним связаны. Там есть через эту Марат Макпила идет хибур, верхних, нижние эти. Слово хибур. Хибур это лехабер, это связать. Лехабер, о, я, значит, все-таки правда, что один из корней слова лехим это хибур. Хлеб соединяет. Вы сказали, что с леха... Лехабер, там нету мем, там это, но пусть будет да, так. Да, это прекрасно. Я Две соединяют, третья соединяют, так соединится на 60%. Я почему вспомнил, есть метраж на то, когда Творец говорит Адаму, что ты будешь типа хлеб свой собирать в поте лица. Имеется в виду вот из-за этой игры слов, что ты будешь душу с телом соединять очень тяжело, будешь работать над этим. Хеврон, а почему Кирят Арба? Четырех. Да, Кирия, город четырех. Про отцы, про матери, про матери. Там есть четыре пары. Авраам, Исаак, Яков, Исаак, Перахев, там Арба, это одно. А второе, Кирят Арба, что там есть эти четыре великана были. Дота, потом сначала были великаны еще дота, потом назывались Арба и то. Но то есть и то комментарий. И, смотрите, и Хеврон, потом на что нам говорит Тора, Шевашин Виталий вне Цоан Мисраим. Хеврон было построено на 7 лет раньше, чем Цоан в Египте. Какой город был Цоан? А почему это пишет, зачем это писать? Почему Египет, почему здесь вообще Египет и что? Почему нам это пишет? Нам Раши пишет, дает нам Раши ответ, смотрите. Кто есть, есть, кого нет, нету. Раши спрашивает так, может такое быть вообще? Это чушь. Почему чушь? Хеврон был построен раньше Египта? Ну, как может быть? Есть в этом смысл. А? Есть в этом смысл. Откройте. Олега, я вам открою. Откройте книгу Берешит, Парашат Ноах. По-моему, 12 глава, но я сейчас проверю точно. И 11 глава, но даже не сказать. Я вам сейчас скажу, это 10 глава. Убней хам. 10 глава, книга Парашат Ноах, 10 глава Берешит, 10 глава пасук 6. 10 глава пасук 6. Со мной?
Увней хам, сыны хама, Куш, Умисраим, Упут, Вехнан. А, вот так, мы учили, что да. От него пошли? Куш, Умисраим, Куш, потом второй сын Мисраим, третий Пут, четвертый Кнан. Кнан самый младший. Кнан это Эрец Исраэль. Поэтому последний. Да? Так, говорит, может быть, нет, не потом, почему последний. Он нет, так родился. Кен. Он самый младший Кнан. Раши спрашивает, как есть какой порядок. Всегда папа строится с нас, старшему сыну, потом следующее. Так видим, что Египет старше Кнана. Значит, Египет строится раньше, его посадили туда раньше, после поезд посадят, расселяют по этому. Так, значит, это, потом так. Никак не могло дойти, что Хеврон построен раньше, чем, потому что сначала Египет получал, а потом Египет был древнее, чем Кнан, Эрец Кнан. Видим по хронологии, сначала идет по этому. Всегда папа представил старшего сына, и вот это, потом по государству, по государству, и потом путь, это. Вы так, знаешь, вы здесь так, такого быть не можете, почему так написано? Что ошибка? Важнее, по важности. Важности. По важности. Что, как пишет Рашин, хорошо, Раши, не на 7 лет, а сколько лет еще было раньше построено? Что Хеврон, что это самое плохое место в Израиле, там снова камни, там что выращивают, это снова виноград, потому что виноград растет в горах. Не, там все красное мало, потом виноград. Так, самое плохое, а этот в Египте, как называется, Цоан, там королевские были, там самое красивое место, самое достойное это. Так вот, что самое плохое в Израиле в 7 раз лучше, чем самое достойное в Египте. Это Эрец Исраэль. И еще одну вещь на сегодня, а потом это. Я пропускаю эти. Хотя, может, еще на что-то Эрец Исраэль. Смотрите, в руку дальше. Начали говорить, что говорили, напугали народ, запугали, что народ сейчас с ума сходит, что где дело, два вернем обратно. Уже куда мы идем? Умирать там, только умирают там где-то, там где великаны нас прибьют, нас хулу-хулу. Как говорит, даже эти говорят, эти террористы, эти, как я, мерагли, разведчики, как будто сильнее даже, говорят, хазак мимер, как будто они сильнее нас, это имели в виду сильнее хасфула, я не хочу говорить такую вещь, что они говорили. Кто-то? Вы. Они? Они, эти 10 разведчиков. Что нас сейчас сюда берет, слушай, нам вернутся обратно. Они хотели путь сделать против Моше убить? Я не знаю, Моше убить, не убить, но почему нас сюда сейчас не приходит? Зачем нас сейчас не туда ведет, чтобы нас туда покончить с нами? Зачем то будет сидеть? Смотрите, пасук, вернули сюда 14 глава. Со мной? 14 глава. Воемру иш элахив. 14-4 пасук, 14-4. Митнарош венашуа Мицрайна. Как у вас перевод? Дадим главу и вернемся в Египет. Дадим главу, это тоже перевод дурацкий. Мы дадим главу, что так переводят? 14-4, да? Как у меня перевод? И сказали они друг другу, поставим главу над нами и возвратимся в Мицрайн. Ну, поставим уже. Согласно Таргуму, назначим главу поставить над нами царя. А наши мудрецы толковали слово глава как относящийся к идолопоклонству. И можно так сказать, тоже можно сказать, что лучше умереть, так дать потерять голову, чтобы умереть, но вернемся в Египет. Кен? Смотрите, следующий пасук. Ваиполь, Моше ва Аарон, апнеем лифней кол кахал, ададне Исраэль. Упали, что вы делаете? Люди, опомнитесь, чунитесь. Ваипол, значит, даже не что стали бросать ваиплу, множество, упали. Моше первый город за ним. В Лифне всем. Моше умоляет, делайте глупость.
Вишуа бин Нун, Векалев бин Ифуне, эти, Минатариме Таарес, Карубик Дехе. Моше пропадает, а эти двое что делают? Рвут одежду. Что здесь происходит? Моше просит. А Йошуа, Векалев, написано, что написано? Эти, что были, разведывали, стояло слово Терес, наглашают людям, что делали миссию Моше Рабейну, что он сказал, смотрите, Таяр, ты идешь как артист, как турист, да? Что он делает, поэтому пишет, он из этих, что почти делает то, что делал Моше, эти десятка не делают, что Моше делает, это двое делают, порвали одежду, что, когда будет одежду? Траур. Что здесь видит? Они уже видят траур, а Моше и Аарон не видят траур. Кто больше? Йошуа и Калев или Моше и Аарон? Моше и Аарон. Моше и Аарон, выведай, что больше. Пугать, что достоинство верить и сказать. Они поняли, что они были в Израиле, видели, это им дало святость, что они видели то, что происходит. Поэтому это делали. Моше и Аарон уже находится там, не видели это. Тоже примечательно, это сгула, что верить и сказать, что тебе дает. Руха хочет, только там был. И получается, что эти часы у них нет, потому что они в горе, потому что они потерялись. Поэтому написано из этих, что там участвуют.